Детская лига его проводит второй раз. В прошлом году это было для 2000-го, сейчас для вашего возраста. Что вам дает этот турнир? Какие задачи у вас в вашей команде непосредственно на этот турнир? Турнир очень хороший. И через этот турнир, можно сказать, мы подготовимся к основной части турнира. Для нас задача, ну, самая максимальная – выиграть турнир. И самое главное – это готовиться, прогрессировать с каждой игрой и работать над главным чемпионатом на весеннюю часть. Скажи, пожалуйста, несколько слов о том матче, что состоялось с командой РУФК. Понятно, вас с победой поздравляю. Спасибо. Я так понимаю, что это был принципиальный матч с точки зрения турнирной ситуации. Как вам удалось после пропущенного мяча вот так вот добавить и обыграть команду? Ну, игра очень хорошая, соперник боевой. Мы вышли с хорошим настроем после пропущенного гола, они расслабились и пошли дальше. Мы знали, что мы можем, пошли и забили. Все главное в настрое, в борьбе. И сегодня нам нужна была только победа. Никакого другого результата нас не устраивало. Поэтому мы ходили все с запредельным желанием и настроем. Соперник РУФК, всегда с ними были тяжелые игры, всегда они настраивались больше на борьбу, чем на такой технический футбол. Поэтому в этом плане мы должны были им уступить, что мы, в принципе, и сделали. Да, пропустили мы первый гол. Очень не ожидали пропустить этот первый гол, неожиданно это для нас было. Но, слава богу, мы не бросили играть в свою игру и быстро перестроились и смогли сравнять счет, а затем и выйти вперед. Спасибо. Скажи, пожалуйста, несколько слов в целом об организации зимнего кубка. Насколько этот турнир вам интересен, условия организации и все, что ты хочешь и можешь сказать об этом? Ну, я считаю, что этот зимний кубок – это очень полезный турнир для нас, что, ну, он дает нам возможность попробовать всех новичков команды, сплотиться командой после перерыва долгого зимнего. Поэтому одни положительные отзывы могут только быть. Мы сегодня пропустили быстрый гол. Нам удалось выровнять игру. Мы стали все быстрее делать с мячом. Нам тренера подсказали.
плюс, нам сказали, за счет чего мы можем вскрыть оборону соперника, мы это сделали. Спасибо. В целом о зимнем кубке ДЮФЛ. Насколько необходим он вам для опыта и тебе как игроку потенциально национальной сборной в своем возрасте? Это очень хороший турнир. Он дает постоянную игровую практику с хорошими командами, которые есть по всей Украине. И он тебя подготавливает к сборной, которая будет в начале весны. Война, в России!